не какой-то там аскет. Поэтому, ну, кто его знает. Ну, официальных нету. Я сразу предупреждаю, нужна красивая девушка, умная. Хочу красивых детей и умных. Потому что я умный, ну, симпатичный. Я не буду, конечно, себя уж там нахваливать, что я красивый. Ну, хотя многие говорят девушки, что красивые. Не буду, как говорится, себя перехваливать сильно от того, что... Ну, с перцем, наверное, переборщили. Ну, самое главное, почему маслом заливают? Потому что красный перец, он, во-первых, вкус себе отдает, запах, то есть, и теряет вот эту остроту. Он есть остренько чуть-чуть, но он чуть-чуть. Если его просто закинуть сейчас в масло кипящее, да, вот оно, он сгорит, будет горький. А именно вот так вот получается эффект и остроты. Да-да-да. Ну все уже, ребята, почти уже золотистый цвет. Сейчас все будет. А чем хороши корейские блюда, вы же знаете. Уксус — это консервант очень хороший. Соль плюс уксус, сахар. Поэтому они хранятся, вот даже консервируете, да, когда всегда же уксус добавляете, всю зиму храните, годами храните. Поэтому эти салаты хранятся долго. Вот вы знаете, новогодний, там сельдь под шубой с майонезом, он хранится сутки, по идее, даже в холодильнике. На вторые сутки можете отравиться. Вы думаете, что вы перепили? На самом деле вы траванули со салатом. Вы думаете, что со сметаной еще меньше хранятся. Поэтому это надо сразу съедать, делать так, чтобы за один раз съели. Все, сковородку можно выключить. Сейчас еще минутка. Так, ребята, рыбалочки будут. Я же говорю, снега много, может, повторяюсь, не получается проехать. Сейчас посмотрим, может, какие-то ближайшие водоемы, там 25-й, там обычно чистят дорогу. Охраняют полиция, дамбу. Каждый день там сутки, что ли, через двое меняются, поэтому там чистят. Ну, может, снег, видите, ночью пройти, а его, например, не почистили. Ну, посмотрим. Все равно рыбалочки. А, тем более, я смогу на машине уже 21 числа, где-то 22-21, навряд ли. Пока переоформлю. Наследство я вступаю, уже говорю. Все, я смогу сам двигаться. Ну, на 9-9 далеко не проедешь. Ну, я найду водоемы, куда можно проехать. Вот оно, ребята, вот он уже доходит. Ну, уже можно, в принципе, сейчас заткнуть. Уже красота. А ну и цвет, видите, красивенький дает. Просто лук, ну как-то бело-бело там. А тут он как бы покрасивее. Чеснок почему-то, видите, первый он. Он помельче как бы и первый жарится. Хотя чеснок можно было не жарить, по идее. Лук, ну я как бы все вместе зафигачил. Видите, насыпали, да, вот сейчас красненький перец, и мы сейчас это все зальем. И перемешаем, и все, у нас, можно сказать, готов. Сразу будете кушать, невкусно. Просто будет морковка, лук отдельно, все отдельно. Ну все, вот оно, все. Все, ребята, уже все хорошо. Красота. Запах, конечно, блин, жалко, камера не передает. Ребята, это все можно делать даже на природе. Ничего сложного. Плитка или костерок, сковородка и все, ингредиенты. Хе, тут же салат, и все это можно делать. Ребята, это вообще без проблем. Все, и прям на перчик. Прям на перчик, маслечко это на перчик. Ничего не говорю, сколько чего. Ну, морковки, примерно, было половину. Большая луковица, вы заметили. Ничего вам не говорю, сами на вкус свой. Кто-то любит много лука, кто-то мало. Кто-то любит солено, кто-то любит не солено. Все помоем. Все, рукой, конечно, не будем лезть, все горячее. Соевый соус, смотрите, красота какая-то будет, как я напоминать. Можно вообще без соевого соуса, если кто не любит. Ну, с ним вкуснее. Он достал. Кстати, я его переборщил. Это где-то на килограмм столько. Ну, ничего страшного.
лишней не будет. Вообще она морковка по-корейски, может, вы видели, она красная. Ну, я говорю, я свое делаю. Они говорили, что надо соевый соус. Просто не столько, наверное. Я, видите, на глаз фиганул. Думал, его там мало. Там надо было пару ложек кинуть, или 3 ложки, а тут что-то штук 5 оказалось. Ну, ничего страшного. Все равно это все вкусно. Будет очень вкусно. Все замаринуется. Она, видите, уже не такая твердая, уже она мягенькая. Но все равно будет похрустывать. Будет похрустывать. Все, ребята. Готово. Маленько, конечно, цвет не эстетичный. Но будет очень вкусно. Все вот так чуть-чуть прихлапываем. И ставим в холодильник. До утра. Все, ребята. Желаю всем приятного аппетита. Приготовьте. Это очень вкусно. Хорошее. Ну, просто можно покушать там к чему-то, как к какому-то второму блюду или к супчику вместо салата. Ну, конечно, это праздничный. День рождения, Новый год. Под алкоголь. Кто не пьет, все равно скушает по-любому. Все, ребята, подписываемся на канал. Не забываем про колокольчик. Ребята вас ждут, рыбалки. Все будет. Все будет. Кому-то не нравится готовка, не смотрите. Посоветуйте женам. Пусть жены. Холостяки, учитесь сами готовить. Девушки к вам толпами будут стоять в очереди. Если вы так научитесь готовить, они просто одну только позовете в гости, и все, у вас будет очередь с девочек. Все, ребята, пока.